Дети, хотите заработать денег? Да! Смотрите, вам надо будет сразиться друг с другом. То есть Марк против Евы и Ева против Марка. Вот, вам надо будет угадать, что спрятано в коробке. Но это надо будет сделать закрытыми глазами и на ощупь. Ну, естественно, не нюхая. Да? Вот, вы готовы? Да! Ну, начнем? Да! Супер. Ну что, готовы? Да. Точно? Да. Давайте пробуем. Можно аккуратно. Салфетка? Да. Можно салфетка? Я с вами больше не играю. Все, в следующий раз приз будет не 50, не 100 евро, а 5 центов. Вы меня так разорите. Да, влажная салфетка. Что, вы готовы? Да. Я спросил, готовы, вы уже все туда, руки тянете. А вдруг там какая-нибудь змеюка сидит? No, или no. еще? И пусть. Ну как и пусть, а если она тебя укусит? Ну и пусть. Как это пусть? Палец. Да, укусит твой палец. Ну давайте, пробуйте. Что это такое? Аккуратно, говорю же, аккуратно. Это шишка какая-то. Какая это шишка? Это кактус. Кактус. Это мой кактус. Да. Ну что, вы готовы, Марк и Ева? Точно? Да. Ну, подождите, вы уже туда ломанулись, как обычно. Да. Точно готовы? Да. Вы уверены? Да. Ева. Ева уже начала. Ну давайте, пробуйте, Марк. Слайм. Правильно, это слайм. Откуда вы все знаете? Мой слайм. Ну что, вы готовы? Да. Так, только мы не торопимся, спокойно. Да, тут укусит тебе. Ой, Ева сейчас укусит. Кто же это может быть? Есть. Да, пробуй, Марк, только аккуратно. Ай, он кусается. Ева, пробуй. Это мандарин. Бинго. Это мандарин. Да, это мандарин. Да. Мандарин кусается. Внимание, новости. Мандарины кусаются. Да. Ну, давайте пробуем, что там у нас. Это макароны. Какие-то. Макароны. Нет, никакие макароны, я обалдел. Это листики? Листики, бинго. Правильно. Бинго. Это листики. Что? Сухие листики, да. Ну, да, молодцы. Ну, вспоминайте, как называется. Кто это, Ева? Что это такое? Ну, вспомните, что это такое. Правильно, это листики. Пельмени. Они сухие, кладут в пельмени. В пельмени, именно в пельмени, сами пельмени? В мясо или куда кладут? Нет, в бульон. В бульон, когда варится. Супер. И что это такое у нас? Папа всегда кричит. Положила? Лаврушку! Один балл папе. Ура! Один балл папе. Не, ну вы молодцы, вы оба угадали. Ну что, вы готовы? Да. Точно? А мне кажется, вы не готовы. Ну, пробуем. Мармелад. А вот ты нет. Это мыло? Да, мыло! И тут угадывает Ева. Да, мыло, оно очень вкусно пахнет, супер. Но мармелад похоже. Как раз это мыло то, которое Ева выбирала, кажется, если не ошибаюсь. Да. Это с клубникой пахнет. Да. А я думаю, что это вкусно пахнет. Класс? Да. Супер. Так, ну что, пробуем аккуратно, спокойно, не надо торопиться. Давай, Ева, на ощупь. На ощупь, Марк, на ощупь. Это хлеб? На ощупь, нет. Это губка, чтобы умываться? Да, губка. И опять выигрывает Ева. Ну, Ева, ты молодец. Любимый цвет, да. Желтый? Самый мой любимый цвет. А вот... А розовый? А розовый, он просто любимый цвет. А розовый просто любимый цвет? Да. А желтый любимый цвет? А потом я поняла, что желтый очень красивый, очень-очень. Так что а розовый просто, ну, так. Если кто не знал, что желтый любимый цвет, я бы терпел. Так, ну что, вы готовы? Да. Точно? Да. Так, пробуем, не торопимся. Вдруг там змеюка какая-нибудь колодная. Не бойся. Это вот на ушах. Да, молодцы, вы оба угадали в этот раз. И это ватные палочки. Супер. Готовы? Да. Точно? Да. Ну, пробуем. Аккуратно, Марк. Это все, духи. Вот это какие? Духи. Папины. Это папины духи. Нет. Это Дед Мороз? Да. Бинго! Да, Дед Мороз. Это шар. Yeah! Правильно, Дед Мороз. Шар, Дед Мороз. Новогодний смотри, шарик. Смотри, снег. Он не там снежок. И он несет подарок. Снегопад. Да, это снег падает. Снегопад. Вы готовы, дети? Да. Точно? Да. Точно готовы? Да. Ну пробуйте уже, наконец. Туалетная бумага. Бинго! Да.
Правильно, туалетная бумага. Красиво. Да. Да, очень вкусно пахнет туалетная бумага. Угадал Марк, да? И это ваш сектор-приз, туалетная бумага. Спасибо. Да, так себе. Пригодится. Конечно.